Утро доброе. Вести Карачаево-Черкесия с вами. Небо кажется особенно высоким, будет ясная погода, так говорят в народе. А вот что нам обещают синоптики, узнаем из фото гидрометцентра, но чуть позже. А пока время новостей. В высокогорном ауле Хурзук активными темпами ведется строительство 35-метровой каменной башни. Данное сооружение будет выполнено в средневековом стиле и будет одним из символов Карачаево-Черкесии. Проект призван не только возродить старинные технологии. Что еще? Узнал наш корреспондент Алихан Левшоков. Для строительства каменной башни используются только натуральные материалы, такие как камень, дерево и железо, а все работы выполняются с применением традиционных методов. Это позволяет сохранить аутентичность проекта и создать атмосферу, переносящую посетителей в средневековье. Данное сооружение будет высотой 35 метров. В возведении исторического объекта принимают участие строители из Дагестана, которые восхищаются красотой нашей республики и высокогорного аула Хурзук. Мы приехали сюда строить башню под руководством Харсиева Магомеда. Вот он как бы наш начальник здесь, да, вот мы работаем. Из всех мест, вот, где я работал, вот, именно вот Хурзук, вот именно вот это место, вот насчет камня, насчет работы, насчет снабжения, обеспечения природы, люди, вот просто шикарное место, так что все замечательно. Работаем 24 на 7 без выходных. Важно отметить, что идея возведения каменной башни в ауле Хурзук зародилась несколько лет назад, когда группа исследователей обнаружили уникальные чертежи средневековых оборонительных сооружений, которые использовались на этих землях. Проект станет настоящим памятником средневекового искусства, уверены строители. Братья из Дагестана приехали помогать. Гранитную, можно сказать, гору строят. Строят из местных камней, из гранита. Мощный, огромный. На фоне гор будет вторая гора. Каменная башня должна стать одним из символов республики и, несомненно, будет одной из самых высоких башен Кавказа. Алихан Лепшоков, Медина Джанкезова, Вести Карачаево-Черкесия, Хурзук. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на ногайском языке. Я с вами прощаюсь. Смотрите прогноз погоды и хорошего дня. Карачаево-Черкесии кратковременный дождь. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, в горах плюс 4, плюс 9, днем плюс 17, плюс 22 и местами плюс 9, плюс 14 градусов. В Черкесске ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14, днем плюс 20, плюс 22 градуса.